Друзья, всем привет, всем доброго дня. Я уже отработала. Сегодня у нас 27 июня, а это значит, что у моей внучки сегодня день рождения. Я отработала и еду туда на день рождения. Будет проходить в торговом центре «Авиапарк». Ну, планировалось вообще в другом месте проводить день рождения, но так как у Полиночки сломана ручка, поэтому все переиграли. И будет в ТРЦ «Авиапарк» проходить, там будет у них в игровой зоне, и они будут заниматься что-то типа изучать профессии, ну, что-то такое. Вот. Потом все вам подробно покажу. У взрослых будет свой стол, у взрослых будет часовая игра в «Мафию». Вот. Ну, не знаю, останусь я на нее или нет. Ну, в общем, пока вот собираюсь, еду без машины, скорее всего, на такси, потому что не работают навигаторы. Без навигатора я туда просто не доберусь и запутаюсь. Вот, поэтому еду я без машины, скорее всего, вызову, да, такси. И поеду на такси. Сейчас я посмотрю, как навигатор работает или нет, потому что сотрудница мне сказала, что вроде вчера работал. Да, кстати, покажу, что я подарю Полине. У меня в машине все это лежит, надо сейчас забрать. Подарки у меня лежат в машине. Сейчас буду их забирать и вам покажу. Ну, конечно, куклу я вам не смогу показать, потому что я вам вставлю фотографию, скорее всего, потому что она у меня в коробке. Вот. А плед вы видели. Плед вы видели. И вы видели еще постельное белье. Вот. Я одела сегодня, ну, такую беленькую льняную рубашечку из Зары. Еще давнишние у меня штанишки, кроссовки. В общем, все по-обычному. Так, вот мои подарки. Кукла. Кукла Реборн. Реборн называется. Это вот эта такая модная, красивая кукла. Ой, коробка открылась. Она с длинными волосами, она такая красивая, у нее прям ручки, ножки, как у младенца настоящего. Очень красивая кукла, но я вам ставлю фотографию. Сейчас вот не буду, конечно, ее доставать, ничего. Ну, а здесь постельное белье и покрывало еще. Вот это вот мне надо будет сейчас все с собой взять. Так что, друзья, кому интересно, оставайтесь, едем на день рождения к Полиночке. В том году я тоже снимала ее день рождения, где-то оно есть, было у Лизы в ресторане, проходило, было очень круто, весело, шикарный стол тоже был, много было приглашенных аниматоров, ну, в общем, было очень хорошо, ей было 5 лет, а теперь ей уже 6. Так, ну все, я приехала на своей машине, все-таки навигатор немножко покрутил меня в центре, ну, как бы немножко не работал, но я примерно понимала, куда ехать. И, в общем, я приехала, все припарковала, сейчас беру подарки и поднимаюсь на 4-й этаж. Так, ну все, мне нужен 4-й этаж Кинзания. Вот туда мне надо добраться. На лифте поеду, ждем лифт на 4-й этаж. Лифт как туннель. Смотрите, какой огромный лифт. Вообще, такой огромный лифт. Ну, тут три кнопки всего, четвертого нету что-то. Но я выйду на третий тогда. Так, Замания, а мне надо Кинзания. Значит, куда-то в другую сторону мне надо Кинзания. Девушка, а Кинзания, не знаете где? Еще выше. А, ну да, я же на третий, до третьего только лифт. Мне надо на четвертый. Я уже запуталась. Еще на этаж выше. Так, Кинзания, вот она, наверное, сюда. Только тут надо как-то проходить или говорить кому-то, куда проходишь, что-то типа такого. Сейчас узнаю. Мне надели на руку браслет и сказали, что я могу проходить теперь. Так, все, проверили все сумки. Все проверили и проходим сюда.
Ух ты, здесь целый город детский. Теперь надо своих только найти, где они. А, здесь вот такие пожарные, то есть город целый. Ничего себе. И вот они играют тут. Круто, и пожар, наверное, тушат, и все. Так, мне надо только наших найти. Где они? Так, нет. Полиция, милиция. В общем, тут надо найти, надо созвониться, наверное, узнать, где они. Полиция, видите, обучают всему. Целый город здесь огромный. Классно. Я даже не знала, что такое бывает. И вот в каждой профессии они тут обучаются. Все вместе. И на машинках. Обалдеть. Заодно все посмотрела. И вам показала. Это электробус. Театр есть. Вот она, Полинка. Полин, привет. С днем рождения. С днем рождения. Маши всем ручкой. С днем рождения. Это твои подарки. Принимай. Сейчас отведу тебя в комнату. Да, давай сейчас в комнату. Я тебя покажу. Здрасте. Ага, давай, пойдем. А, наверх. Туда, Полин, ну ты иди там. Направо там вот клумбы, а клумбы там день рождения Полины будет. А, день рождения Полины. Ну ладно, Полин, давай. Все, увидимся с тобой, давай. Давай. Так, день рождения Полины. Идем. После клумбы. Здрасте. Всем здрасте. Вот. Бабушка, так, мы тут сидим. Уже покушали. Пришли детишки. Полина. Именинница. Весело, весело у них. А зачем кетчуп с яблоком? А эти для чего, Полин, браслетики нам? Это чтобы оплачивать. А, вы не... Так, ну посмотрим, что тут у вас. Ух ты! Куриные шашлычки, да, Полин? Вкуснять. Не любишь? Смотри, как вкусно, красиво. Довольные. Так, сейчас покажу, что у нас. Вот такие разные бутербродики. Вот такие вот. На шпажках креветочки вкусные. Давай на колпачки, на колпачок. Ты у кого вторую палочку взял? Креветочки. Сейчас не видно. Она даже если вот сюда подойдет, то она не видит. Вот такой вот стол у нас. А там детский стол. Сидят, кушают. Поработали, теперь кушают, потом опять пойдут работать. Девушка пришла, которая мать ее сейчас будет у нас проводить игру. Так что... Ты что, убираешь, что ли? Пофотографировались. О,
вышла немножко вам поснимать, показать. Вот, например, здесь они что-то делают, салат, что ли. Детишки, видите, их поваров, маленькие поварята. А, пиццу они делают, пиццу. Классно. Так, это вот озон тут разносит. Вот озон, видите, разносит. Ой, вообще умрёшь, бегает. Наши тоже недавно разносили озон. У них сейчас фотосессии у наших тоже здесь где-то. А, они лечили животных, кстати, кошку изучали. А, теперь вот тоже. А, это тоже тут наши. Привет. Изучают кошечку. Как лечить. Молодцы, молодцы. Вот. Ветеринарные клиники. Видите, как классно. Так, здесь у нас тоже клиника. Сеть клиник. А, вон Полинка как раз. О, зубы лечат. Ничего себе. Кресло такое, все. Вон Полинка лечит зубки. Халатики, молодцы. Ой, прям человек как будто настоящий лежит. Не слышит. Доктор наш. Ну, так вот, может быть, понравится потом кому-то, да? И скажут, будем стоматологами. Так, тут вот приехала скорая помощь детская. И вот они, врачи. Сейчас, наверное, на носилках кого-то будут вытаскивать. Вот они, малыши. Ой, ну вообще классно. Как здорово, надо же. А там тоже лежит какой-то пациент на кушетке. И вот они его сейчас будут лечить. Альпинисты. Вот. Вот, кого заинтересует, видите, это находится в торговом центре «Авиапарк». Пожарная машина на 4-м этаже. Так что можно приходить сюда. Здесь можно и дни рождения справлять. Здесь можно отдельно заказывать, как и себе, отдельно комнатку для празднования дня рождения для взрослых. И также мы вот сюда заказали, Лиза сюда также заказала как аниматор для нас. Эта игра была у нас «Мафия». Так классно поиграли. Мне выпала карта «Доктор». Вот, там была «Мафия», «Комиссар», «Маньяк», «Мирные жители» и «Доктор». Мне выпала карта «Доктор». В общем, я всех лечила, и я всех, кого убивала, представляете, я как-то внутренним чутьем чувствовала, и троих человек всех вылечила. Я прям как чувствовала, что вот убьют именно его. Мне надо было показать на кого-то, на одного, что я его вылечу, этого человека, ну, лечу этого человека, и что он остается живой. И я всех отгадала, представляете? Вот такое у меня чутье. Так что меня не проведешь. Ну, конечно, здесь только позитива получаешь просто от детишек. Сейчас побежали инкассаторы. Я так смеюсь вообще над ними. Так стараются, так все делают. Ну, прям приятно посмотреть на них, конечно. Классно, классно. Ну, посмотри на меня, красавец. Тебе, если знать, еще поднять. Мама, я танцую, под каждую басую. Все ждут торт. Папа колпачок надел. Днем рождения, Полина! Днем рождения!
давай тебя с тортиком сфоткаем, ладно? Принцесса. Полиночка, глазки сюда на меня смотрим, камера улыбается. Угу. Я на фигурке, она даже на кому-то не достанет. Вот, спасибо. А ты ровненько сиди, принцесса. Ага, красавчик. Прям поближе к дочке, головушке, мама тоже, да? Глазки сюда на меня, широкие, добрые улыбочки, скажем, тортики. Тортики. Ой, молодец. Три, давайте, возьми тортик, кстати, одну линейку, возьми линейку. Хотя, чтобы одну линейку, ко мне личиком встаем. Ко мне личиком, поближе к шестерочке. Давайте одной ручкой одного соседа за талию обняли. Второй ручкой второго соседа за талию обняли, да? Тихо. Да, пойдите. Хочу, вставай, возьми, Катя. Ой, молодцы. Одну ручкой одного соседа. Бачком. Смотрим вот сюда в камеру, хорошо, зайчики. Так, сейчас обняли все. Одну красивую фотографию, ладно, друзья? Глазки все сюда. Смотрим в камеру, ребята. Глазки на меня. Сказали, с днем рождения. С днем рождения! И на меня посмотрели. Так, идем, у них тут дискотека начинается сейчас, возле театра. Все довольны, возле театра. Большой театр. О. Я еду уже домой, уже здесь, на Щелковской, уже подъезжаю скоро к дому. В общем, отлично провели вечер, дети довольны, родители счастливы. В общем, хороший вечер. Конечно, смотреть на детей – это умиление. И, вы знаете, когда пообщаешься с детьми, у тебя в душе прям какая-то энергия другая появляется. И так приятно становится, потому что детишки такие интересные. Им там по 5-6 лет, 7, и, ну, там один мальчик был постарше немножечко, а так все они почти одногодки, и так было за ними интересно наблюдать. Ну, в общем, и, конечно, мне очень понравилась игра в мафию, просто вообще восторг, восторг, восторг. Раньше я всегда смотрела, когда была передача игры «Мафия». Не смотрю на вас, смотрю вперед, потому что я еду за рулем. Вот, была «Мафия», игра по телевизору, я всегда болела, мне нравилось, там играла за кого-то, там болела. Вот, и сейчас сыграла, получила колоссальное удовольствие, конечно, вообще очень-очень хочется. Я думаю, может быть, мы на даче как-то, если будем там с соседями, можно будет собираться, тоже играть. Очень понравилось. Вот, ну все, на этом, наверное, все, буду заканчивать свое видео. Небольшое такое, так просто решила вам показать праздник, как прошел Полинин день рождения. Полиночка довольна, рада. Ну, в общем, все получилось отлично. Под конец там еще была дискотека, они пошли плясать. Ну, я там отрывочки вам вставлю. Вот, ну все, всем пока, до новых встреч. Пока, хорошего всем настроения. Друзья, ну я приехала уже к себе в район. Посмотрите, какой закат. Время 21:30. Красиво. Обалденно. Розовенький закат.